Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно обновить NTG3 на нашем любимом кузове V221 S-класс. Включаем зажигание, вставляем телематик диск, заранее записанный. И подключаемся с помощью программы Sentry. Sentry у нас 16-я версия с офлайном, так как машина использует программу DAS для диагностики, мы с помощью нее и будем прошивать. Телематик диск можно обратиться к нам, мы поможем подобрать к вашей машине софт и диск телематик. Запускаем программу DAS, подключаемся к машине. Ждем подключения. Нажимаем F2, продолжить. Выбираем блоки управления, информация и связь, аудио, видео, навигация, телематик. И подключаемся к нашему команду. Смотрим версию блока. Наш софт старый, от 2007 года. Машина 2007 года выпуска. Сейчас мы будем производить обновление софта. Выбираем кодирование блока управления. Программирование блока. И тут нам предлагает вставить обязательно телематик диск. Заодно не забываем подкинуть зарядку, чтобы напряжение не падало ниже 12,5 вольт. Это очень важно. Выбираем офлайн кодирование. Ждем подключения. Так как блоков много дополнительных, к команду подсоединяются и телефоны, и Bluetooth модули, и антенны всевозможные, GPS навигация и все, что у вас есть там, в зависимости от комплектации. По времени это занимает минут 40, возможно час, иногда даже больше немножко, все зависит от блоков, количества. Ждем, пока считает конфигурацию. Подписываемся на нашу группу ВКонтакте, ссылки внизу, там я, как уже и говорил, мы будем выкладывать некоторые наши наработки, там и мелкие видео по ремонтам, которые не будут входить в ролики на YouTube. Ждем, пока подключится окончательно, определить все блоки. Вот наконец мы подключились и видим, что у нас есть актуальное программное обеспечение и новое программное обеспечение. Также здесь видим телематик диск, который нам нужен для обновления. Вот здесь указан его номер. Обновление будет происходить несколько этапов, команд будет перезагружаться несколько раз, не надо этого пугаться, дальше видео вы это увидите. Нужно просто ждать, пока программа закончит свою работу. Здесь вот мы видим, что у нас три блока будет обновляться. И, соответственно, софты. Старые и новые. У нас будет сам комат обновляться, тюнер и мобильный телефон. Если у вас тюнер там есть, и еще дополнительные блоки, и тоже программа найдет обновление и будет обновлять непосредственно и остальные блоки. Здесь перечислены проблемы, при которых нужно производить обязательно обновление. Следующим этапом мы выбираем
любые из перечисленных проблем и запускаем наше обновление. Процедура не быстрая. Это самое долгое обновление. Обычно Command и приборные панели обновляются долго. В некоторых моментах до 1,5-2 часов может происходить. Ну вот у нас запустилось обновление. Дальше в центре у нас ничего не будет показывать. Мы переходим на экран нашего Command и смотрим, как у нас запустилось обновление. Всего 3 этапа будет. Первый модуль обновляется, сам Command, потом телефонный модуль у нас обновится и радио. Сидим и наблюдаем, как происходит обновление нашего Command. Также необходимо обновить Command для того, чтобы подсоединить камеру заднего вида. После обновления можно подключить и китайские аналоги на AliExpress, они продаются. Здесь в центре мы увидим, что показывает только напряжение. Дальше мы должны смотреть на экран монитора Command. Все основное происходит на самом дисплее Command. Смотрим туда. Так что спокойно можете купить на AliExpress видеокамеру заднего вида и подсоединить ее к Command после обновления. Единственное, нужно будет разобрать салон, проложить проводку и закрепить грамотно камеру. Комплекты существуют, они там не очень дорогие. Ждем, пока прошлется наш Command новыми прошивками. Как я уже говорил, мы открыли группу ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь на группу. Ссылки есть на YouTube, внизу под видео. Также рекомендую просмотреть на другие команды, как мы обновляли это. На V212 есть у нас видео по обновлению команд. NTG4 также. По NTG4.5 есть видео на 204 и 212 устанавливается их модификация. Также есть по NTG2.5 и на NTG2 модификация. Практически весь мы обновили ряд команд. Вот у нас прошился первый блок. Происходит перезагрузка. И дальше будет обновляться следующий блок. Рекомендую очень просмотреть все видео. Ссылки все есть под видео на каждый команд 2, 2.5, 4, 4.5. Позже будет и на пятерку. Продолжается обновление софта. Процедура, как уже повторяю, не быстрая. Очень внимательно нужно относиться к напряжению, чтобы никаких падений ни в коем случае. Система старая, можно уложить на раз. А восстановить будет не так уже просто, как мы сейчас это делаем. Но все возможно. Нужно будет разбирать, вытаскивать диск, подключаться. Делать это уже на совершенно другом уровне специалисту, который в этом разбирается. Вот у нас закончилось обновление, происходит удаление ошибок. Здесь формуляр просит заполнить. Ну, так как мы это делаем для себя, нам это не нужно. При желании можете запомнить, тут не имеет значения, что вы напишите, потому что это никуда не отсылается. Вот у нас закончилось обновление. Перезагрузился Command. Сразу хочу сказать, что произошли изменения, стал он быстрее и отзывчивее. По управлению все кнопки быстрее стали переключаться, реакции много, и звук
очень улучшился на самом деле. Это не только мое мнение, как бы я специально спрашивал собственников 221-х, как изменился звук, и многие говорят о том, что действительно звук, качество намного лучше стало. Потому что там настройки меняются по аудио, тут просто демонстрация, что есть в команде. В телефоне тоже слышимость лучше становится. На самом деле там целый список исправлений, Mercedes просто так не выпускает никаких обновлений. На этом мы будем заканчивать наше видео. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Это помогает продвигать наше видео. Всего доброго!